Всем привет, рубрика «Говорящие руки». Так, сегодня, как обещал, сделаю тест секаторов, которые приобрел в Китае. Вот нескольких видов такой. Довольно-таки удобно лежит в руке. И что мне здесь нравится, так это вот эта вот защелочка. Надеюсь, что оно будет функционировать долго. Так. И еще вот такая вот разновидность. Если так вот посмотреть, даже для моей руки чуть-чуть великовато. У меня сейчас на даче лежит, то как-то мелок в руках. Я почему-то вот это вот место им прищелкиваю постоянно. Здесь такого даже рядом нет. Вот даже если вот засуну сюда. Ну, это уже такое. Может, просто криворуки всякое бывает. Ну, потестируем на бумаге. Он еще ничего не резал, толще. Следующий. Вот этот, причем этим я уже сделал обрезку приблизительно 40 кустов винограда от 2 до 15 лет. Так. На краешке уже все равно уже видно, что заточка нет, все равно уже отработавший, и после этого, кроме как почистил, никак его не подтягивал. Вот только что еще срезал такую вот веточку вот у себя тут во дворе. Но я сейчас подумал, у меня же еще новый есть секатор, такой большой, которым я еще не работал. Вот он. Тут точно такой же, как и этот. И им сейчас попробую, есть ли разница резать. Началось бодро, потом начало уже поджевывать. Под край, под самый край уже начинает как-то так поджевывать листок, ну, держится. Убираю его назад. Беру тот, которым уже работал. Ну и режу в таком толстом месте. Так, такой вот у нас срез получается. Надеюсь, что видно. Сейчас померяем, какой получился. Диаметр приблизительно где-то 2 сантиметра. Так, да, 19,5 миллиметров. Берем этот со следующий уже секатор и пробуем сразу же рядышком обрезать. Этот уже идет потуже, хотя тоже заявлен 22 миллиметра. Блин, еще под шкаф улетело, еще доставать потом. Да, дерево мокровато. Сейчас еще раз попробую отрезать.
Ну да, так тяжеловато идет по сравнению с тем. Но вот обычный, тут где-то миллиметров 7-8. Тут, конечно, справляется без проблем. Сейчас, чтобы долго не затягивать, пробуем. Здесь тоже без проблем. Здесь миллиметров 15. Да, глаз алмаз здесь 15 миллиметров. На срезе получилось. В общем, 15 режет с легкостью, можно сказать. А вот 22, как заявлено, я бы не сказал. Такое дело. Разворачиваем обратно. Еще раз следуем этим секатором, который поболее. Так, чтобы не сильно. Ну, режет как у масла практически идет. Не сильно хочу нажимать, чтобы далеко не разлеталось все это дело по комнате. Но это после обледенения еще древесина такая мокрая аж насквозь. Хочется даже ее как-то выкрутить. Не знаю, никогда не сталкивался с этим, насколько она тверже или обычно. Вот, ну. Есть такое. Тот сейчас кусочек, который упал. Вот он. И вот. Сейчас я его попробую резануть. Как пойдет с усилием. Ну, и на более толстый. Попробуем. Потому что эту часть я тоже им резал на улице. Ой, куда это я показываю? Не режет легко. Такую толщину. Соответственно, даже виноград такой толщины будет намного мягче. Ну, а теперь с этой стороны. Здесь я с трудом резал. Все более и более влажное дерево становится. Ну, другого не было после такого обледенения. Сейчас пошло. Ну, с трудом. С трудом. Ну, пошло. 25 миллиметров. Вот как-то так. Не могу сказать, что супер результат, но, по крайней мере, пока меня он устраивает. Надеюсь, что и дальше будет работать не хуже. Ну, подточить еще. И вперед. Ну, вот такой вот обзорчик. Может, еще попробовать отрезать сразу после резки. Да, до остановки режет нормально, только остановился, начинает уже поджираться. Ну, в принципе, такой непрофессиональный обзор. Двух секаторов Fujiwara. Модели их я не знаю. На этом даже и не написано, что это Fujiwara. Единственное, здесь есть значок. Вот их. Но он уже у меня здесь, так сказать, запачкался. Здесь, кстати, есть значок Fujiwara. Поболее, но это такое, он сегодня есть, завтра нет, где-то я его уже, по-моему, терял. Так вот, так что
они это выпускают или под своей маркой просто продают, неизвестно. Но больше я вот именно таких секаторов нигде не видел, следил за ними 3 года. В прошлом году я тоже такой купил, ехал в село и где-то по дороге потерял. Ехал на автобусе, что-то я там в сумке ковырялся, и скорее всего на меня там и выпал. Ну а так, все, пока.